Всем привет! У нас уже день на дворе, почти 2 часа дня. Мы проснулись достаточно поздно, так валялись в кровати, что в телефонах лазали. В общем, Джейкис не сильно просился, так что мы так и лежали дома. В общем, потом встали, позавтракали и пошли с Джейкисом прогулялись. Вот, а сейчас мы... Ой, что, темно так. По плану у нас ездить в магазин. Мы еще, наверное, покушаем сейчас. Зай, покушаем? Да, наверное, покушаем. Сейчас привет. Мы отдыхаем, да, сейчас Богдан играет в футбол. Выигрывает, да? Выигрываешь? 2-0. Пока. Сейчас будет 3-0. Вот. Я помыла голову вчера, что поленилась, если честно. Вот, так что сделала это сегодня. И сейчас планирую, у меня там была вчера стирка, мы две поставили, представляете, уже все высохло около батареи, так что я пойду сейчас там все разложу, наверное, поутюжу, что мы оденем сегодня, вот, и скоро поедем мы на закупку. Я сейчас посмотрю, что нам надо закупить, составлю список. И я в Инстаграме видела классный рецепт, тефтелек, я сегодня Богдану показала. Просто вид показала, Богдан говорит, хочу. Будем делать такие тефтелики? Сделать? То, что я видела сегодня. Давай сделаем. Вот, так там фарш надо будет купить. И еще я там посмотрела... Ой, что, курица вроде... Ну, в общем, сейчас посмотрю те рецептики, которые я видела. И хочу их повторить, попробовать приготовить, потому что классно. По рецептам так готовить, новенькое что-нибудь, вот, не заезженные, не замыленные какие-то продукты. Вот такие вот у нас сегодня планы, больше ничего. 3-0? Серьезно? Не сделал? Сейчас будет повтор, как ты забил. Ну-ка. Смотрите. Не будет повтора? Человек попросил паузу. Вот. Это Богдан играет онлайн. А это пауза, да? Да. Он просто переживает, что он тут проигрывает такому профессионалу, как ты. У нас, кстати, ничего не течет уже там. Сверху надо тазик будет убрать. Ничего не течет, но все равно как-то под напряжением все постоянно сидим, потому что никогда не знаем, что может опять обратно взорваться. Вот, так что я сейчас поставлю греть, кушать, займусь уборкой вещей, и потом пойду голову высушу и выпрямлю волосы утюжком. Мы уже на улице. Знаете, так холодно, кошмар какой. Ага. Смотришь с дома на улицу и кажется, что нам солнышко светит. А на самом деле вон даже видно. Смотрите, закат такого цвета. Говорят, что если красный, то типа мороз надвигается. Богдан сегодня посмотрел, кстати, говорят, что ночью до 21 минус, не плюс, да, хотя уже да. Хочется минус. Вот, мы едем в магазин, сначала к родителям, мы зарезервировали себе оранжевую, вот, и едем к родителям, возьмем у них машину, едем в Акрополис, закупиться нам кое-что еще сделать надо, вот, и будем закупаться на недельку, как обычно, составили большой список. На недельку, до второго. Не, не до второго, второго уже были. Подожди, на недельку, да. До? Восьмого. Почему до восьмого? До 14? Не, не до 14-го. До 12-го. Вот так вот. Мы нашли новый магазин. Представляете, тут написано всякие турецкие, вот эти вот, всякое вот такое, вот из этих стран. В общем, смотрите, тут всякие вкусные... Я люблю сладости. Вот эти вот. Турки сбивают сладости вкусные. И тут столько много всяких этих много приправ, очень много всяких сладостей там. И вот всего так полно, так что мы сейчас. Да, и здесь не только все красиво, но и вкусно, да, пахнет. Вкусно пахнет, да. Даже все хочется съесть. Вот эти вот вкусные, да. Вот эти чурчхела. Чурчхела. А давай посмотрим еще, что здесь дальше есть. Давай, идем сюда. А вон халва, смотри, маленький. Где? Это? Да. С окремет сотами.
Прикольно. Ну что, будем смотреть здесь дальше? Металлистки всякие, прикольно. Вот эти я помню. С Турцию, когда ездила, тоже были. Что это такое? Сикиребияш. Переводи, да. Ага. Вот эти бананы. Я похож на турка, да? Нет. Вообще стрелки. Вот тут вся натуклина, знаешь. Пародия на нутеллу. Но запах мне здесь нравится. Запах нравится, я уже привыкла к этому запаху. Ну что, мы уже закупились. Два мешка вышло, половина мешка стоит в машине. Ну и, конечно же, чтобы все это заполнить, как вишенка на торте. Сначала надо поесть, а потом... Садись в кабинет. Просто акция была хорошая. Почему бы не купить? В общем, мы направляемся домой всю эту кучу разгребать. Кошмар, опять воды накупили. Это хорошая акция. За 9 евро 40 штук. Не 9 евро, 8,88. Как ты любишь меня поправлять. В общем, короче, просто по акциям. Кстати, очень много в этот раз скидок было. Но. Мы очень много по скидкам закупили. Сколько мы? 20? 20 евро сэкономили. Но. И еще плюс в другом магазине. В общем, поедем всю эту кучу разгребать домой. Мы уже приехали домой и готовимся кушать. У нас такие пиццушки, мы их еще дополнили своими ингредиентами. Здесь Богдан порезал шампиньоны и сыр посыпали еще больше. Помидоров ничего такого не будем, да? Нет. Нет, не будем. Так, смотрите. Смотрите. Это вообще весь холодильник забитый, в общем... Все забили, и холодильник, и морозилку, если честно, я даже боюсь открывать. Там я заморозила мясо, еще пельмени у нас есть, еще есть грибы замороженные, еще есть там всяких овощи там замороженные. В общем, всего есть, всего закупили по мелочам того всего. Джекси уже косточку дала и косточку консерву дали. Вот, по поводу того, сколько потратили, сразу скажу. Так, смотрите. Ай, да, в магазине, ну, а потом покажем, как будем пить чай, как мы их открываем. Так, значит, в одном магазине мы потратили вот 50-32, но это с учетом этих всяких вещей не на еду, которые туалетная бумага, как его там, этот гель для мытья посуды, ну, в общем, вот, потом мы все тут заезжали, 4,47, то есть это уже 54, где-то 55 евро в одном магазине, вот, и в другом, а что это за чек? А, это этот, я поняла, а это? А, ну, ясно, в общем, тут где-то 58 будет, я не так считала, в общем, а здесь, в этом, промо 12. В общем, 58 плюс 12, и вот эта вот сладость 89 стоила. Ну вот и считайте. 58 плюс 12, 60, 70. Ну, около 70 евро, короче, мы потратили. Но это не только, ой, не только на еду. Это помимо этого мы купили еще для дома. Там та же туалетная бумага, гель для мытья посуды. Побольше там сахара купили, таких была скидка, вот. Ну так что полотенчика. Ай, я же полотенчика купила такое красивое для кухни. Это, но я его поставила сейчас стирать, поставлю как раз, не хотела. Вот. И гнездо Валентина будем украшать тут, да украшивать все до сих пор не это не сделали. Вот, и полотенце я хочу постирать. Так что будем мы переодеваться, пойду и пойдем кушать. Мы уже отдыхаем, такие полусонные, полуупавшие куда-то в сон, но решили попить чаек. И помните, мы показывали, что купили такие турецкие сладости? Покажешь? Давай откроем, посмотрим, нам тоже интересно. Мы, правда, не понимаем, пока их герметично так запаковано. Прикольно. Я пока не понимаю, надо их резать или не надо. А не, не надо. Ну ладно, это вкусненькие такие. Они в сахарной типа пудре такой. Сладкая она? Они в сахарной пудре. Угу. Сладкая. Ну, в общем, будем пить чай. Богдан сделал в таких маленьких кружках.
На бутылку на сегодня достаточно будет. Вот, так что... Ой, что, что у меня живот бурлит, слышал? Нет, вообще не хочу. Вот, так что мы будем пить чаек и ложиться уже отдыхать. Хоть завтра и выходной, но что-то прям вырубает, хочется отоспаться. Так что всем спокойной ночи и всем пока-пока.